службы, которую готовим нам пандемия, приняли наше приглашение и пришли, чтобы принять участие в нашей совместной торжественной церемонии. Хорошо знаете, что этот год объявлен президентом России Владимиром Владимировичем Путиным годом памяти и славы. Мы вместе празднуем 75-летие победы нашего народа в Великой Отечественной войне, освобождение Германии от нацизма и окончание Второй мировой войны в Европе. Это грандиозная победа, как сказал сегодня президент, мы только что слышали его слова перед началом парада, грандиозная победа по своему значению, масштабу и высоте нравственности. Мы очень рады, что можем вам быть сегодня вместе с вами. Наш народ заплатил за эту победу колоссальную цену. Значит, 27 миллионов человек отдали свои жизни за то, чтобы разгромить нацизм. Война оставила глубочайший след в судьбе каждой нашей семьи, без исключения. Мы в эти дни склоняем голову перед памятью павших, памятью тех, кто пожертвовал своей жизни во имя победы. Мы помним союзников, мы помним борцов антифашистского сопротивления, которые вместе с нами сражались с нацизмом. Сегодня мы все были свидетелями масштабного парада победы, который стал своеобразным историческим мостом, который соединил нас сегодня с теми далекими днями имени 45-го года, когда в Москве состоялся знаменитый парад победителей. События того времени и всемирная историческая роль победы, ее связь с современностью, вы, конечно, прочли в статье Владимира Владимировича Путина, посвященной 75-летию Великой Победы и нашей общей ответственности перед историей будущего. В этой статье очень четко указано на то, что, предавая забвению в угоду политической конъюнктуре реалии предвоенного и военного времени, возникает опасность потерять чувство самосохранения и разрушить основы миропорядка, созданного 75 лет тому назад ценой огромных совместных усилий и жертв. Именно поэтому мы решительно выступаем против фальсификации истории Второй мировой войны, против пересмотра ее общепризнанных итогов. Тем не менее, во многих странах не утихают попытки фальсифицировать историю, принизить роль советской армии, которая сыграла решающую, имела решающее значение в разгроме нацизма. Не утихает кампания против памятников и захоронений советских солдат-освободителей. Мы очень рассчитываем на вашу живую память, ветераны, на ваше живое слово, обращенное к молодым поколениям, которые ни в коей мере не должны забывать героические подвиги своих предков, своих родителей, дедов. Эта память должна передаваться именно из поколения в поколение, поэтому крайне важно защитить вот историческую память, историческую правду от всяческих фальсификаций. Именно в этой связи, как вы знаете, предусмотрена одна из поправок Конституции России, которым мы будем голосовать 1 июля, все граждане России, в том числе проживающие в Германии и других странах, имеют возможность принять участие в этом голосовании. Прошлое остается частью нашей жизни, и в этом смысле историческое примирение между россиянами и немцами, между Россией и Германией
имеет также для нас очень важное значение. Тот запас доверия, который был создан на протяжении послевоенных десятилетий, он остается очень важным фактором наших двусторонних отношений, какими бы непростыми они сейчас многим не казались. Тем не менее, значение сотрудничества России с ФРГ стоит высоко в приоритетах наших внешнеполитических усилий. Сегодня мы чествуем ветеранов. Мы чествуем ветеранов, мы чествуем блокадников Ленинграда, узников фашистских концлагерей, всех тех, кто стойко, мужественно прошел эти военные годы, выстоял и победил. Честь вам и хвала. Спасибо большое за ваши подвиги, за ваши добрые дела. Наша благодарность вам безмерна. Позвольте мне выполнить приятное поручение и вручить вам медали в соответствии с указом президента Российской Федерации, медали, посвященные 75-летию Победы. Ну и пожелать вам, конечно, всего самого доброго, здоровья, счастья, долгих лет жизни и оставайтесь подольше с нами.